Добро пожаловать в самую ведьмовскую из взрывных, самую взрывную из ведьмовских игру Witchcraft'е. Поехали. Новая игра, я в нее ничего не играл. Это должен быть платформер про ведьму, которая любит все взрывать. Чат мне сказал, что это называется Мегумен. Я не разбираюсь в аниме. Здравствуй, читатель. Что общего у всех сказок, когда-либо рассказанных детям при свете свечи? В них всегда есть место подвигу, великому деянию и герою, которому суждено его совершить. Но каждый ли, кто стремится к чему-то великому, является героем? Или мы все герои своих собственных историй, независимо от того, какие деяния мы будем совершать? И кто будет решать, кто герой, а кто злодей сказки? Ее автор или читатель? Очень философский вопрос. Боже, что за странный сон? Не надо было вчера пить с сатирами. Не, с сатирами не надо пить. У них козлиные ноги. Ничего против сатиров. И сколько я проспала? Надо бы выйти проветриться. С сатирами-то как тусанешь? Лучше вообще не пить. Вот. За здоровый образ жизни. Ты с сатирами выпьешь, потом проснешься, а у тебя дома вон растение какое-то висит. Ну пошли, выйти. Глава 1. Девочка, которая проспала. Ну тут прямо целая вечеринка. Эльф, лучник, больница. Вот сатир, кстати. Эй, ну ты и Соня, тебя даже нападение гоблинов не разбудило. О, всех сатиров перебили, пока мы спали. Что? Гоблинов? Да, знаешь, маленькие злобные зеленые. Звучит знакомо? Очень смешно, весельчак. Когда это случилось? Кто-нибудь пострадал? Перед рассветом они налетели на нас, словно смерч. Стража на мосту даже не успела поднять тревогу. Пострадавших, как видишь, предостаточно. Не знаю, продержимся ли мы, если они снова нападут. Но гоблины почти никогда не покидают свои пещеры. Что заставило их выйти, да еще и напасть на нас? Кто знает, может, надоело им питаться грибами и мхом? Ладно, мне некогда с тобой сейчас возиться. Найди высшую, она тебя искала. Высшую? Где мне ее искать? Думаю, она где-то возле древа в центре деревни. Не заблудишься. Ну ладно, сатиры, удачи вам здесь. Мы пойдем искать высшую и гоблинов. Вот это, наверное, высшая. Потому что у нее самый высокий рост из всех. Здравствуй, моя милая. Похоже, ты проспала все самое интересное. Да просто книжку читала допоздна. Что со мной постоянно такое? Ага, говорит, книжку читала. Сама с сатирами до часу ночи бухала. Говорит, книжку читала. Понятно. Похвальное стремление к знаниям. Но ты же знаешь, что случилось ночью. Я слышала про нападение гоблинов. Почему они напали? Такого ни разу не случалось за последние 10 лет. Гоблины действительно очень редко выходят наружу. Почти всегда они избегают других обитателей леса. Признаюсь тебе, я и сама не знаю, что заставило их вылезти из нор. Но я абсолютно уверена, что это не просто нападение неприветливого подземного народца. Весь лес сейчас как будто не в себе. В нем ощущается порча. Порча? Это сложно объяснить и понять, но это ощущение повсюду. Маленький шепоток здесь, скрежет клыков там. Не только гоблины, все лесные народы стали вести себя иначе. Даже в нашей деревне ты можешь это заметить. Там, где раньше было веселье и смех, теперь настороженные взгляды и недоверие. Что-то отравляет лес, что-то отравляет нас всех. Но что же это может быть? О, моя милая, именно это тебе предстоит выяснить. Что, мне? Почему мне? Сатиры знают этот лес как свои 6 пальцев. Они найдут источник порчи быстрее всех. Так может, это они и распустили порчу, сатиры. С 6 пальцами. Никто из них не владеет магией. Я ни на что не намекаю и не хочу показывать пальцем, но что насчет вас? Как наша ведьмочка не хочет
ничего делать. Хочет бухать с сатирами целыми днями. К сожалению, я слишком нужна деревне сейчас. Нужно ухаживать за ранеными, и никто не знает, вернутся ли гоблины этой ночью. Я не могу, у меня всякие дела. Всякие дела. Кто будет мой цветок поливать? А посылка? Мне посылка завтра прийти должна. Нет, я определенно никак не могу сейчас. Может, где-то через неделю или две? Давайте через две недели. Правильно, откладывать надо все дела. Ох, милая, если бы у нас было столько времени, но кажется, ты неправильно поняла меня. Твое путешествие, если ты согласишься, будет долгим и очень опасным. Никто из нас не вправе заставить тебя пойти. Но сейчас ты нужна деревне. Ты нужна ее жителям. Эх, чтоб вас, ладно, пойду, спасу деревню, лес и все такое. Только скажите, с чего мне начать поиски. Типа, эх, ладно, пойду спасу, так уж и быть. Потом с сатирами побухаем. В следующий раз. Балаш, спасибо тебе за донат. Игру поменяй. Я поменял. Я поменял игру, Балаш. Спасибо за внимательность. Просто у тебя не обновилось. Иди вглубь леса и поговори с его обитателями. Если все они чувствуют то же, что и я, то они подскажут тебе, где порча сильнее. Там, вероятно, и будет источник. Какие-нибудь напутственные слова напоследок? Будь осторожна и возвращайся поскорей. Спасибо. Сатиры все такие в шарфиках. А вот этот модный в шляпе. Ну чё, погнали. Какое у них дерево расписное. Таблички кто-то он на самый верх понаклеивал. Ну чё, тут дохлых сатиров дофига. Чё-то сатиры вы не очень. О, прыжок. Все, добрались. Оп, это шипы, да? Это шипы. Оп, и это тоже шипы. Рывок в прыжке. Окей, это мы можем запросто. А наверх мне надо? Подожди. А у меня двойной прыжок есть. Ну, это вообще не проблема. Ну-ка, профессионал залогинился. Ой, можно прыгать вниз. Два сердца осталось. Б-атака. Классика жанра. Станлок уничтожен. Вай-перекат. О, у нас додж-ролл есть. Ну все, играем в Elden Ring. Двойной прыжок я уже нашел, игра, спасибо. Раз, два, три. О, красота. Ага, красная трава пополняет сердечки. Хорошо. Гоблин. А это не гоблин, это гном. Я его чуть не прибил. Это не гоблин. Привет. Здравствуй, ты идешь из деревни? Они там еще живы? Живы, хотя и не все. Почему вы спрашиваете? Вы знаете про нападение гоблинов? Гоблинский шпион? Вы не единственные, кому досаждают эти зеленокожие. Несколько наших торговцев рассказывали, что они заполонили весь лес. Это странный вопрос, но вам ничего не известно о порче в лесу, которая сводит всех с ума? Порча? Нет, впервые слышу. Хотя местные грибовики и правда стали очень агрессивными в последнее время, но от чего ума не приложу. Спасибо и на этом. Что вы делаете? А разве не видно? Изучаю этот камень. Никак не могу понять, как мне его расколоть. Мне мешает эта его магическая аура, говорит. Что? Расколоть? Ну да, ты же не думала, что мне нужна его магия. Мы, гномы, обходимся без всех этих магических штучек. Я просто хочу расколоть его своей киркой и посмотреть, что ценного я найду внутри. Кстати, ты можешь мне помочь? Да, и чем же? Я так понял, тебе не чужда вся эта волшебная шелуха. Активируй камень, и ты получишь его силу, а я получу то, что внутри, по рукам. Нифига гоблин такой. Ничего мне не нужно, просто сломай камень. Хочу ломать камень киркой. Получен огненный шар. А это, наверное, хилка, да? Как ее использовать?
Как хилку-то использовать? Ой, извини, гоблин. Ой, гном. А, огненный шар? Это, на него мана вон тратится. Но мана пополняется сама или у фонтана? А теперь маны нет. Нет, мана есть. Непонятно, то ли фонтан ману пополняет, то ли она сама. Так, вот ящики огненным шаром. Походу фонтан пополняет. Так, тут что? Еще какой-то камень. А, знаете что? Это, наверное, точка сохранения. Да? Что-то я возле нее, правда, замедлился, по-моему. Не знаю. Хм, кристалл наверху выглядит любопытно. Может, стоит его разбить? Заразилась от гномов. Все бы тебе ломать-то, говорит. С гномом пообщалась и все. Давай идти камни ломать. Понятно. Наверное, это ничего хорошего обо мне не говорит. Вот-вот. Ломать не строить, а? Ну, ящики, я думаю, я взорву, потом наверх запрыгну. И на тебе огненный шар. Слышь, ты гриб. Двойной прыжок. А, сердечко. Кристалл сейчас сломаем тоже. Окружение очень быстро влияет. Ну, так а чё, сатиры бухать заставили. Киркой камни ломать будет. Интересно, а внизу что-то есть, как думаете? А, секретная комната. А вот это уже интересно. Так, ты чё, раскидываешь, да? В стороны, знаешь что? Я не первый день играю в видеоигры. После Elden Ring'а тут вообще делать нечего. Меня чуть не убили. Но у нас есть цветочек. Цветочек — это жизнь. А еще ниже. И здесь секретка. Я все, я уже сразу пошел не в ту сторону, куда надо идти, потому что... Почему бы и нет? Оп, нет, ты меня не попадешь. Еще два кристалла наверху обязательно. Я умру. Сохранить игру. Ошибки были сделаны. Просто плохо спустился на дно. Ловушки — самый страшный враг, и не говорите. Мы идем сюда, мы идем искать секретку. А кристаллы сохраняются между смертями или нет? Типа, можно ли фармить? А, так надо ловушки ломать. Чё я не ломаю ловушки? Проблема решена. Кристаллы не сохраняются, говорит чат. Чач, спасибо вам. Окей, тогда нужно... Нужно проходить аккуратно и не спешить. Окей, рывок. Теперь потратил всю ману. Но мы собрали кристаллы. Окей, теперь вниз. Тебя сломать. Их гриб сломать. Отлично. Похоже, тут случился обвал. Интересно, можно ли чем-нибудь расколоть все эти камни? Да что тебе все раскалывать? Ну, не хватает нам урона на фаерболе, по-моему. Гнома нужно вызывать. Да, гномом камни. Берешь, кидаешь гнома в камни, и все раскалывается. Ага, противники, значит, воскресились. А вот кристаллы нет. Понял. Точно Elden Ring. Ай! Я что-то думал, что ты в меня не попадешь, чувак. Да что ты будешь делать? Может быть, гнома позвать? Блин, одно сердце, жесть. Я что-то не думаю, что гнома позвать. Я думаю, что, наверное, нужно... Пойду я сохранюсь, пока мы здесь. Я думаю, что нужно найти какой-нибудь урон дополнительный. Можешь ли вебку подвинуть в самый левый угол? Легко. Вообще. Вот так могу. Так лучше чаще.
А, цветок надо подобрать, окей? Вот эту. Оп, кристалл. Окей, моя платформа. Платформа? Вези меня, вези. А, гоблин-лучник, наконец-то. Вот они, настоящие гоблины. Уничтожим. Одно сердце. Может ли наша принцесса плавать? Сейчас узнаем. Ну, может. Вертикально вниз. Проверили. Так, а куда тогда идти? Карта у нас есть? Карта есть. Ага. А где я? По-моему, я вот по центру стою. Плавает как топор, да. Ладно, ничего страшного. Сейчас я перепрыгну. Окей, гоблин, в этот раз ты мне урона не нанесешь. Знаешь что, гоблин? Лови фаербол. Заблокировал, гад. Может, по трубе залезть? А может быть вот это тут нажать рычаг, и тогда вода спустится? Нет? Чатик, что думаете? Еще одна комната есть? Еще одна комната есть. Внизу там проход закрыт, наверх там можно. Фаерболом? А куда фаербол стрелять? В воду, что ли? Надо, наверное, ледяное заклинание или что-то типа того. Гоблин, не мешай, блин. Чуть не помер. Так, я пошел, сохранюсь. Сохранение не лечит. Короче, идеи пока что либо найти лед, либо наверх пойти. Вот типа из этой комнаты есть путь наверх, но я его не вижу. Потолок здесь на месте. Ну, пошли гнома вызовем. Да. Гном, я пришел к тебе. Мы тебе помогли. Твоя очередь. Нет, гном не помогает. Окей, слева наверх. Я не видел. Я слепой. Хорошо, что у меня есть чатик, который все видит, все знает. Слева наверх. Конечно, чат, я же говорил вам. Слева наверх, говорю. А вы говорите, гнома, гнома зови. Там вон слева наверх проход есть. Конечно же. Не-не-не. Совы. Тут все агрессивные. И совы агрессивные. Подай мне кристаллов. Но это... На таком меня не поймаешь. Это мы легко. Фу, мастер. Кунг-фу гоблин. Раз и два. Так, и здесь можно наверх, направо. Пойдем направо сначала. Сова, привет. Уп, до свидания. Вниз. Поработаем немного гномом. О, ты видишь, какая. Это девушка-гном? Нимбус. Приветствую, куда отправляемся? Отправляемся? О, прости меня, я думала, ты клиент. Я местный мастер над полетами. Очень рада познакомиться. И по совместительству гордый владелец целого амбара волшебных метел, из которых летает только одна. То есть, по крайней мере, на одной из них, из этих метел, я могу улететь куда угодно. А, не совсем. Чтобы метла поняла, куда надо тебя доставить, ты должна сосредоточиться и хорошо представить себе это место. Так что на ней не получится улететь куда-то, где ты еще никогда не была.
Но если в своем путешествии ты встретишь другого мастера, ты уже сможешь вернуться в наш лес при необходимости. Кстати, а куда ты направляешься? Даже не знаю, как объяснить. Ты не замечала ничего странного в лесу в последнее время? Может, кто-то стал агрессивно или просто странно себя вести? Кажется, я понимаю, о чем ты. Местные грибовики внезапно стали просто несносными. Раньше они постоянно забегали ко мне вечером пропустить стаканчик-другой. А недавно я просто подошел поздороваться. И знаешь что? Один из них так мне врезал, что я чуть из сапог не вылетел. Без всякой метлы. Надеюсь, барон разберется с этим безобразием. Барон? Да, самый главный у них их народа. Он, как обычно, грибовик, только больше. Ты не перепутаешь его, если увидишь. Но это будет босс. Первый босс — барон-грибовик. И музыка такая. Слишком много Elden Ring в последнее время. И, кстати, грибы тоже бухают. Я, по-моему, начинаю замечать проблему у них здесь в лесу, от которой, может быть, что-то пошло не так. Не уверена насчет этого барона, но я как раз намереваюсь разобраться, что происходит в нашем лесу. Надеюсь, у тебя получится. А когда узнаешь, что тут творится, врежь им за меня. Как, у тебя метла есть. Полетели. Так, как на метле лететь? Не так. Ой, простите. Нифига там метел у нее. Как лететь-то? Полетели. Метла. Заводись. Не заводится. Не работает чат. Это fast travel? Так мне нужно другую метлу найти. Я думал, я смогу в любую комнату полететь. Но, походу, нет. Сядь на метлу. Так я пытался, ничего не получилось. Окей, гоблин, я готов. Давай, держи фаербол. Оп. Легкий додж. Знаешь что, у меня есть перекат. Метроидвания? Ага, это метроидвания, значит. Ну, похоже, да, раз... Если чатик говорит, что метроидвания, значит, будем считать метроидванией. Сейчас найдем еще метроида и Ваню. О, все кристаллы. Гоблин нет. Так, внизу сундук. Сундук с оружием, с кристаллами. А вот эти штучки ломаются? Ой, сломал. Сломал маленькую слизь. Поджечь ящик. Сова, иди сюда. Он там наверху, видимо, в секретке где-нибудь будет лежать что-нибудь. Сундук. Так, ну все, пришла наша смерть. С первой попытки. Без проблем. Еще раз. О-оу. Нафига я сюда шел? Дед. О, нет! Все заново? Жесть. Ого. Нифига себе. Слушайте, ну в метроидваниях тебя обычно сохраняет, да? Ну типа, у тебя, ну, тебя возвращает там в комнату, где ты был, но у тебя сохраняются там кристаллы накопленные и все остальное. А тут, видимо, нет. Тут чисто такая система сохранения и все.
Да, Souls? Да ну не Souls. Я не знаю, предметы там будут сохраняться или нет. Типа, если я к этой девочке с метлой подойду. Мальчик, там мальчик с метлой, простите. Если я к мальчику с метлой вернусь. Надо будет ли мне заново с ним диалог делать? Я думаю, да. На карте комнаты закрыты, да. Походу, да. Ну ладно, еще раз. Надо тогда точку сохранения искать. Ну да, точно, все заново. Нет, стоп. Теперь он со мной не разговаривает. Че молчишь? А метла не летает. Тут же летала вот так метла в прошлый раз. Типа точка заактивирована. Непонятно. Обиделся? А я что сделал-то? Чё он обиделся-то? Я же, чего, из-за того, он обиделся, что я там не прошел комнату? Так, пускай, наоборот, мне поможет, а то обиделся он. Ты умер, и он обиделся? Вот еще обижаться, когда кто-то умирает. Офигеть. Где взрывы? Хороший вопрос, взрывов пока нет. Хотя подождите, вот тут у меня было меню заклинаний, но там кроме фаербола ничего нет пока. Секунду. Окей. Да, взрывы нам обещали. Там в описании было написано, что будет девочка-волшебница, которая любит взрывы. Пока что взрывов точка нет. Окей, гоблин, лови фаербол. Ага, мои фаерболы летят недостаточно далеко. Знаешь что, гоблин, тусуйся. Фаербол взрыв? Да что-то какой-то печальненький взрыв. Окей, ну мы можем тебя вот побить. Растения хорошо избиваем. Совы тоже получают по рогам красиво. Я надеюсь, что если я сейчас упаду в пропасть, то это не будет как будто типа провалено. Что не с первой попытки падения в пропасть будет провалено. Я, конечно, постараюсь не упасть. Не-а, я не отцеплюсь. Я теперь здесь жить буду. Я отказываюсь двигать стик. А, я застрял. О, по-моему, я сломал игру. Все, я ничего не нажимаю, она не падает. А теперь я нажимаю, она все равно не падает. Ну, застрял. Заново? Прыжок нажми. Я все кнопки нажал. Ну, быстро мы сломали игру, а? Давайте пойдем. Ну, я теперь знаю, в какую сторону идти не надо. А, хороший тайминг. Я теперь знаю, в какую сторону идти надо. Сюда вниз. Вниз не нужно. Там не пройти. Окей, нужно мимо гриба, наверх, а потом направо. Я надеюсь, что этот прыжок делать больше не нужно будет. А, только не смерть. Я не хочу заново все проходить.
и наверх. Еще наверх. И отсюда направо, да? Минус гоблин. Или наверх. Направо будет тупиковая комната. Наверх и направо. Окей, наверх. Я не собираю кристаллы, короче. Пока непонятно, зачем они вообще нужны. И у меня одно сердечко. И это очень плохо. Отсюда наверх. Ага, вот сюда нам и нужно. Теперь вот этот чувак. Не проблема, и хилка. Цветочек. Первая лока непроходима. Да все проходимо. Вот тут мы померли. Нет, стоп. Не сюда. Спуститься на два этажа вниз. Блин, враги-то ресаются. Че за жесть? Она только что у меня застряла. Так, я понял, она застряет на краю. Типа я к краю подхожу. Я подхожу к краю платформы, и она застряет. Смотрите. И, короче, вот так застряет, нельзя бить. И вот никакие кнопки атаки не работают. Поэтому я подошел к этому растению, хотел его ударить, а потом она застыла. Вот я сейчас... Я кликаю кнопку атаки. Короче, обрывы очень опасны. С обрывами шутки плохи. И еще раз. Круто. Я думал, сейчас, ну хоть не будем играть в Elden Ring. Поиграем что-нибудь такое простенькое, красивое. Ну, с возвращением в Elden Ring. По-моему, Elden Ring легче. Окей, гоблин, мы с тобой давно знакомы. Нет, нам наверх. Знаешь что, нет смысла убивать врагов. Потому что враги воскрешаются, когда возвращаешься в комнаты. Так, сюда. И отсюда направо, а потом наверх. О, во-во-во-во-во-во-во, нашел, путь найден. Сова, ближе. Давай еще ближе. Хорош. Главное, чтобы над шипами не сбили. Ладно, урон, пофиг. Интересно, как нам здесь? О, сундук. Сундук. Огненный шар. Получен осколок сердца леса. И чего с ним делать? Никто не знает. Осколок Эстуса позволяет увеличить количество зарядов во фляге леса. Видимо. Почему Elden Ring везде? Нет, гоблин? Абсолютно нет. О, нет. Окей. План такой. Мы запрыгиваем и не двигаемся. Только не вода. Походу, что мне в эту сторону. Так, я вижу шипы. Шипы не проблема. Цветочек лучше не собирать, оставить на потом. Почему этот сундук двигается? Ты мимик? Непонятно. Save point! Ура! Мы это сделали, чач. Мы добрались до сохранения. Готово. А вот и этот. Ну точно, первый босс.
Лактиний, повелитель грибов. И музыку сдал Нейринга. Привет, ты из грибовиков, верно? Зачем ты здесь? А, ты не очень любезен, а мог бы и представиться для начала. Я из деревни, чтобы найти причину порчи, охватившей лес. Ты что-нибудь знаешь об этом? Порча? О да, я знаю о ней. Это вы причина всех несчастий, постигших мой народ. Мы жили здесь с незапамятных времен, и все разрушилось, когда вы, люди, появились здесь. Вы и ваша магия. Постой, у тебя определенно непроверенная информация. Мы не в ответе за порчу. Наоборот, мы пытаемся найти ее источник. Тот второй говорил так же, но он не смог меня обмануть. Даже в другом обличье. Я видел, что внутри лживый человек, как и все вы. Второй? О ком ты? Уже не важно, он смог ускользнуть от меня, но тебе я уйти не дам. Больше вы не потревожите мой народ. Дэйв, грибной барон. Его зовут Дэйв. Окей, Дэйв. Взрывные грибы. Классика. У тебя есть щит на одной стороне, да? Так, Дэйв, как тебя дамажить? А, тебя дамажить, когда ты отдыхаешь, типа. Удар щитом. Окей, взрывные грибы, мы прыгаем. Мы прыгаем. Понял. Дэйв убивает тебя с двух ударов. Ну, мы нашли взрывы. Окей, Дэйв, только не говори, что каждый раз надо будет делать диалог. Нет, Elden Ring. Окей, грибы надуваются и потом взрываются. Бить его, когда он выдыхается. Окей, побежал. Вот он выдохся. Удар щитом. Грибы. Окей, грибы. Надо повыше быть. Перекат. Еще перекат. Сейчас выдохнется. 100%. Фэр. Эх, не сделал перекат. Не сделал перекат. Окей, шарами его. Да-да-да-да-да. Когда он просто стоит, шары не наносят урона. Нужно, чтобы он выдохся. Безопасное место. Еще. Сейчас выдохнется, точно. Так. Окей, мы идем наверх. О-оу. Плохой рывок. Еще. А, одна из платформ остается безопасной, когда он делает грибы. Надо просто смотреть, какая платформа безопасная. Но это сложнее, чем первый босс в Elden Ring, сразу скажу. Рывок. У него три атаки. После трех атак он ходит отдыхать. Надо просто в тайминг грибов попасть и все. Верхние грибы взрываются позже, чем нижние. Окей. Вверх. На секунду позже. Эх. Тогда нужно, как только взрываются нижние, делать просто перекаты, все. Проблема решена. Ну или так. Окей, два фаербола, держи. Ай. Блин, он по два сердца бьет. Жесть. Ну ты Дэйв, и Дэйв. Че, грибы? Окей, перекат, когда будет взрываться нижняя. Слишком рано. Окей, Дэйв, взрывай меня. Не получилось, реакции не хватило. Дальше, Дэйв. Щит. Окей, сейчас будет два фаербола сразу в него. Ну, фаербол. Она застряла. Она только что застряла на месте. Дэйв, блин, не 4.
Дэйв Чита Дэйв. Так, после первого оглушения, значит, он не уходит в не становится уязвим. Только после второго. Может, я его могу байтить на ближнебойные атаки? Типа, если я буду рядом с ним стоять? Не, не получается. Эх. Дэйв, выдохся. Бей его. Грибочки. Еще грибочки. Тройные грибочки, а? Ну, Дэйв дает жару. Давай еще раз, и мы тебя завалим. Задоджено. Еще раз, и мы тебя завалим. Эх. Блин, фаерболов нет-то. Победа! Великий враг повержен. 15 тысяч рун! Нифига себе. F, Дэйв. Настоящий Dark Souls начинается здесь. Завалили Дэйва. Просто уничтожили все кристаллы. Так, мне бы теперь что-то за эти кристаллы купить. Так, похоже, эта тропинка ведет вглубь леса. Откуда у меня это неприятное ощущение между лопаток? Не то, чтобы мне было чего бояться после боя с грибом-переростком. Боись. Будь смелой. Подожди, а эти грибы, может, ману пополняют? Нет. Ух ты, какая карта. Как в старых 16-биточных игрушках. И надо здесь побыстрее найти сохранение. Если меня убьют, интересно, я вернусь в сохранение в начале. Ну что ж, вот я в самой чаще. Где мне искать хоть кого-то из местных? Было бы проще, если бы у меня были более четкие инструкции. Отличный вопрос. Шарит? Еще было бы круто, если бы все эти кристаллы, которые я собираю, можно было куда-то потратить. Было вообще огонь. Кристаллов-то много. А тратить их особо некуда. Знаешь что, держи фаербол. Ну-ка карту. О, тут карта большая. Ну тут, наверное, вниз надо спуститься, а? Сначала сундук найти, в котором будет еще один ящик с кристаллами, который я не знаю, куда пока девать. Грибок. О, ну все, F. Сейчас мы узнаем, сохраняет ли тебя во второй главе, или надо будет заново Дэйва убивать. Если автосейв. А может, и не узнаем, там вот вроде цветок, хотя это гриб. А грибы? Грибы здоровье не пополняют, эх. Вниз или направо? Я пойду направо. О, здоровье, спасибо. А, тут можно поджечь ящики, да? Было здоровье, теперь нет. Знаете что, я с вами не буду тусить. Здравствуй. О, кот с четырьмя глазами. И тебе не хворать, говорящий кот. Ты выглядишь слишком удивленной для волшебницы. Никогда не встречала говорящих котов? Да, она так удивляется, типа говорящий кот.
А говорящие грибы, сатиры, гномы, гоблины ее не смущали до этого. Но говорящий кот, ох, неслыханно. Во-первых, откуда ты знаешь, что я волшебница? А во-вторых, действительно, не встречала. Ты не понимаешь, это другое. Тебя выдает нелепая гигантская шляпа. Эй, знаешь что? Это отличная шляпа. Ты просто завидуешь, потому что коты не могут носить шляпы. Ты пытаешься меня убедить или себя? Ладно, знаешь, давай начнем заново. Меня зовут Джейк. И я здесь не просто так, а чтобы тебе помочь. Вот как неожиданность. И чем же ты мне поможешь помочь? Самым ценным, что может кот дать мне коту. Советом. Я знаю, что ты ищешь источник порчи, поразивший этот лес. И я знаю, где тебе стоит искать ответы. В этих землях не так много тех, кто мог бы устроить подобную напасть. И одна из них — темная ведьма. Ведьма? Если бы в этом лесу жила какая-нибудь ведьма, мы бы непременно знали бы о ней. Возможно. Вот только она не в этом лесу. Она обитает глубоко под шахтами гоблинов. Гоблинов? Так вот почему они внезапно повылезали из своих нор. Но почему ты все это мне рассказываешь? Я ведь тоже живу в этом лесу. Мне нравилось, как шли дела. Я предпочел бы, чтобы все так и оставалось. Так вот, это в моих интересах, чтобы кто-то разобрался со всем этим бардаком. Кто-то другой, но не ты. Слышишь, чья бы корова мычала? Ведьмочка. На кота наехала, а сама-то 5 минут назад такая: я не такая, я жду трамвая. Посмотри на меня. Я был бы рад помочь чем-то еще, но не кошачье это дело с ведьмами бороться. Ладно, пожалуй, ты прав. Вся эта ситуация слишком резко свалилась на меня. Спасибо тебе за помощь. Ничего, поблагодаришь меня при следующей встрече. У меня ощущение, что мы еще свидимся. Спасибо, кот. Я бы пытался ударить. Получить силы. Fire Dash. Получит огненный рывок. И я предполагаю, что это вот здесь мы можем поставить огненный рывок вместо фаербола. Нет. Поставить огненный рывок вместо фаербола. Мы можем вот здесь поставить огненный рывок вместо фаербола. Может быть, не можем. А, рывок? Думаешь, пассивка? Что-то не особо. Непонятно. А, это особая атака, RB? Маны нет. Ладно, сейчас разберемся. Сейв поинт, ура. Может быть, когда мана есть, рывок усиленный получается, я не знаю. Книжка? Нифига там книжка лежит. Ой, меня убили. Посмотрите, какая книжка. Окей, я нажимаю RB, ничего не происходит тут, ребят. Вон мигает фаербол, но не стреляет. Смотрите. Чего оно хоть? Выбрать. Огненный рывок. Огненная магия продвинутого уровня стоит больше маны, наносит больше урона. А может, нужно 2 маны на него? Не знаю. Сейчас попробуем. Так, 2 маны есть. Не работает. Может, 3 маны надо? Может быть. Пойдем большую книжку читать. Так, посмотрим, что у нас здесь. Недавно я заметил, что почти из каждой точки леса виднеется величественный замок. Похоже, там живет некий правитель этого леса, но местные всячески избегают разговоров об этом месте. Годрик?
Хоть никто и не согласится провести меня туда, но я попробую добраться до замка. Местные предрассудки не смогут удержать любопытство сэра Джи Вандервальта. В конце концов, что может пойти не так? Знаменитые последние слова. Ф. Джи Вандервальт. Наконец-то магазин. Привет, мы снова встретились. А, простите? Мы же уже встречались, там, у магического камня. А, я не знаю, кто это был, но это точно был не я. Так, ты что, не можешь отличить одного гнома от другого? Что за люди пошли? Если ты чё, ничего не купишь у меня, я точно разозлюсь. Ага, что ты продаешь? О, это очень ценные артефакты. Остатки былых времен, когда магия была повсюду. Первый — осколок сердца леса. Если соединить его с еще тремя, то он продлит твою жизнь. А это — осколок души ведьмы. Вкупе еще с тремя, он увеличит твои магические способности. Только осколки? А где мне найти целые? Скорее всего, нигде. Да и никто в здравом уме не продал бы такое сокровище. А осколки разбросаны по всему миру, в укромных уголках леса и темных пещерах. Ну так что, покупать будешь? Буду. Варлок, признайся, ты писал диалоги к этой игре? Да. Сначала я написал... сценарий для побега из Шоушенка. Но мне не понравилось. Я сценарий отдал, продал в Голливуд и начал писать диалоги к играм. Я думаю, это намного лучше, чем побег из Шоушенка. $250 за какую-то фигню. 250 за осколок. Нифига у них тут цены. По одному доллару, а? Прикольно. Дешево сценарий продал? Нормально. Чать, вам нравится озвучка? Спасибо. Инфляция, блин. Слушай, а сколько вот это дает? Это 10 кристаллов или это один? Это один? Каждый кристаллик это один. О, жесть. Капец. Подожди, а за врагов дают больше? А ну вот тут вроде типа 4 выпало, что ли? Один. А за этого? Один? За врагов по одному. Ну я надеюсь, что за боссов будут по 250 давать. Да... Так, а куда я иду? Где тут Годрик местный? Наверное, не здесь. О, гоблины-волшебники, ну все. Враги бесконечные? Да, ну типа фармить, что ли? Нифига, гоблин. Ну, меня не устраивает фармить. За врагов 1.5 вроде. Один. Вроде бы один. Наверное, огненный сундук много даст, а? Три или что-то такое. Ну... Честно говоря, вот лезть, например, вот в эту фигню, вот сейчас налево туда лезть и рисковать помереть ради двух кристальчиков что-то не хочется. Какие-то... Риск-награда что-то как-то несопоставимые. Ну, вот о чем я и говорю. И сейва нет, все заново. Мы знаем, что мы туда не пойдем. Вниз? Наверное, здесь в самый низ. Наверное, направо и вниз. А, ну с тобой мы уже виделись. У тебя все дорого. Кристаллы обнуляются, да?
Это жесть, чуваки. О, сейвпоинт. Вот. То есть ты должен пойти вот эту всю локацию вверху зафармить, не умереть, вернуться к точке сохранения для того, чтобы твои кристаллы никуда не делись. Ну, крутяк. Чё? Жестко. Так, а где хилки-то? Чё-то цветочки перестали расти с лечением. О, это смерть. Это маленькая чудная комнатка смерти. Задоджено. Я так хорош. Как это проходить, блин? Я так хорош. Просто уворачивайся. В скале были сложнее? Да, но в скале у тебя дофига хп и куча возможностей его реснуть. Типа в скале можно лицом затанковать всю комнату с ловушками. А здесь фиг там. Че, мы туда идем? Блин, мне кажется, мы сюда идем. Правильно идем. Я думаю, здесь где-то финалка этого, этой локации. Хотя я не представляю, мы идем в замок? Может, вот эта штука много дает? Подожди. 153. 155. Вау. Этот кристальный камень дает 2 кристалла, ага. Ресается ли цветок с хп при заходе в комнату? Нет. Не ресается. Но мы нашли сейвпоинт. Налево, босс. О, сейчас будет Годрик. Что ж, это определенно выглядит как спуск куда-то очень глубоко. Надеюсь, я ничего себе не сломаю. Не боись, прыгай. Прыгнула? Какой молодец. Девочка, которая заблудилась. Глава 3. Итак, это и есть те самые гоблинские пещеры. Я аж дал от чего-то более впечатляющего, чем просто дыра в земле. И здесь всегда так пахнет. Господи, на месте гоблинов я бы тоже бежала отсюда подальше. А? Почувствовала, да? Угнетенный класс-то сейчас восстал. Ладно, чем быстрее доберусь до этой ведьмы, тем меньше мне придется терпеть этот запах. Пошли к слизи. Пошли. Слизь, привет. Кто-то в чат только что написал, где шипы. Почему шипов нет? Бан. На 24 часа перманентный. Отнырип, это к тебе. Получить силы. Thunderstruck. Молниевый снаряд. Как его использовать-то? И снаряд ломает. Окей, мы меняем элемент. Все, окей. Молния ломает камень. Понял? Типа. Только что-то урона он нифига не наносит. Или наносит, но я не понял как. Что-то этот молниевый снаряд не очень круто выглядит. Я надеялся на что-то более впечатляющее. Окей, в первой локе была загадка с камнем. А как вернуться? Нужно же найти эту. Нужно найти еще один пост с телепортом. Ведьму с метлой. И потом мы сможем вернуться. Метлы нет, чач. Без метлы не пускают. Ну я надеюсь, что сейчас будет метла. Нифига ли, ты чья мышь как мясорубка крутится.
Вот здесь может метла? Это не метла. Даже приблизительно не метла. Это смерть. Воу. Мы так мертвы. Мы живы. Окей. Я думаю, на сегодня достаточно. Посмотрели мы игрушку. Насчет того, будем ли мы ее играть до конца, мы подумаем с вами, да? Мы решим. Ну, на сегодня, я думаю, достаточно. Типа, прошли две локации. Правда, только одного босса, но все равно нормально.